Компания Huawei объявила об открытии Open Lab Moscow – демо-центра для разработки и тестирования новых технологических решений. Московская Open Lab стала 10-й лабораторией Huawei в мире. В планах компании увеличить количество таких центров до 20, вложив в этот глобальный проект более 200 миллионов долларов. Главная задача Open Lab – создать технологическую экосистему, в которой партнеры компании смогут не только использовать инженерные ресурсы Huawei, но и тестировать корпоративные решения на стороне вендора. Это одна из ключевых особенностей лаборатории. Сегодня в число партнеров входит 51 российская компания. Они получают удаленный доступ к лаборатории по модели Lab as a Service. С ее помощью инженеры и разработчики смогут тестировать облачный дата-центр и отраслевые приложения. В первую очередь наша лаборатория будет способствовать развитию рынка российских производителей и ускорять развитие цифровой экономики. До настоящего момента такой платформы не существовало. Наша лаборатория изначально будет фокусироваться на трех направлениях. Это общественная безопасность, финансы и умные города. И на базе нашей платформы любые разработчики, студенты, наши партнеры смогут совместно создавать новые решения. Для нас, как для компании Huawei, Open Lab — это не просто проект. Это стратегические инвестиции в российский экономический рынок. Это инвестиции в общественное развитие, в цифровизацию всего общества. Ключевые направления Huawei Open Lab – финансовый сектор, транспорт, энергетика, нефтегазовая отрасль, а также общественная безопасность. Это часть проекта «Умный город». Демонстрационный центр дает представление о том, как будет выглядеть проект в реальной жизни. Если мы понимаем, что данная задача была уже решена, например, где-нибудь в Китае, либо, соответственно, где-то у наших западных коллег, несомненно, мы этим опытом можем пользоваться, тем самым не изобретая велосипед, очень быстро привлекая экспертизу, какие-то наработки из других лабораторий. То есть вот на сегодняшний момент это еще раз большая разделенная сеть экспертиз, на базе которых мы можем позволять инженерам со всему миру общаться и делать продукты лучше и быстрее. Возможности Open Lab позволяют компании Huawei, системным интеграторам, создавать уникальные стенды, на основании которых можно заранее просчитать и увидеть, насколько работоспособно то или иное решение, какие оно несет риски, и после правильного тестирования принять окончательное решение, насколько это полезно. Действительно уникальная для сегодняшнего момента для российского рынка возможность, потому что, на мой взгляд, ни у кого из компаний, которые представлены в России, сегодня нет. Серьезные инвестиции – это прямо как вот предложение руки и сердца для российского рынка.